Ты готов? Учитель отправляет тебя на экскурсию. Дани, у меня на тебя большие планы. Но сначала принеси мне кое-что. И что же мне нужно принести, Хуан, спросишь ты? Скажу лишь одно. Не надо с этим говорить, есть его или пихать в штаны. Но, Хуан, спросишь ты, где мне это искать? Отправляйся к радиовышке, оттуда на север. Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Могу отметить на карте. Там моя связная все объяснит. И еще. Если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащил меня со дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спас мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже. Не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. Ты кто вообще? Прикройте! Пустая! Прикрываю!
подпускай крокодила к людям. Города Торма, Аора! Ты что, не слышишь? Ну все, разойдись! Уходи! Прикрывай! Позитиву! Я ранен! Стой, детка! Слов о тирании. Из-за КПП народ не может спокойно ездить по Яре. Попробуй, сразу порвешь шины о шипы. Ну, если у тебя не лошадь. Си, в Эсперансе я на это насмотрелся. Зачищай КПП, уничтожай билборды. И Либертад восстанет из пепла. Пошла! Здесь точно должен быть тайник. Вали, живо! Но! Vamos! Помедли. Vamos, vamos! No! Куан, я нашел башню. Теперь ищи ход повстанцев, он приведет к моему связному. Си, выдвигаюсь.
Да, жди беды. Меня зовут Райса, и сегодня я помогу тебе обокрасть Кастильо. Расскажешь, что именно я буду красть? Обеднённый уран. Прости, мне показалось, ты сказала уран. Не показалось. Слушай, чтобы найти эту хрень для Хуана, я пожертвовала последними связями в армии. Ты служила? А кто не служил? Ладно, скажи мне, где искать. Сперва возьми парашют. Уж поверь, пригодится. Я отведу тебя в старый испанский форт. Там хранят то, что тебе нужно. Призывник или доброволец? Призывник. Меня выбрали, пришлось отслужить. А ты? Доброволец. Я хотела одного — быть солдатом. Носить форму, служить своей стране, все дела. Но оказалось, что Кастильо нужны только фашисты, которые будут смотреть ему в рот. И ты его предала? Угу. И не только я. На сторожевой башне несет дозор солдат. Он даст нам на нее подняться, и мы сможем осмотреть форт. Еще этот тип сливает инфу. А чего он хочет? Во-первых, выжить. Так что держи оружие в кобуре, или он начнет стрелять. Во-вторых, за небольшую сумму он подкинет нам разведданные. Ясно. Убрать пушку, достать песо. Вот и он. Надеюсь, у тебя найдутся песо. Что расскажешь? Проверь вот это место. Там можно найти кое-какое оружие. Спасибо. Ага. Я не знаю, что вы с Райсой затеяли. И не хочу это видеть. У всех есть своя цена. Не все солдаты фанатики. Кто-то просто хочет прокормить семью. Только не забывай убирать оружие, когда подходишь к ним. Воспользуйся телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Вот и местный командир. У Альвареса ключ от оружейной. Осторожно, Дани. У него выше ранг, а значит лучше подготовка. Этот быстрее жмет на курок и вообще живучий засранец. Этот форт — самая защищенная база на острове. Солдатам выдали броню и шлемы. Но бронебойным патронам это по силам. Изготовь на верстаке, если их у тебя нет. А потом стащи этот уран. Тут может пригодиться парашют, что я тебе дала. Только прямо посреди форта не приземляйся.
Не спать, Дани. Сейчас вернутся их патрули. Где? То есть это еще было не все? Нашел оружие. Уран должен быть внутри. Запомните эти имена. Клара Гарсия, Хуан Кортес, Либертада. Это наши враги. Они не люди, а бешеные псы, которых надо пристрелить. Если вы обладаете любой информацией о их местонахождении, ваш долг связаться с... Теперь я доберусь до урана. Нет! Нужно там!
Если вы сомневаетесь в силе нашей нации, просто обратите взгляды на горизонт, и вы увидите, насколько крепка наша блокада. Вот и уран. Достал я твой долбанный уран. Тогда возвращайся сюда. В следующий раз я... Хуан! Хуан! Какого?
Си, и хотелось бы узнать, что Хуан будет с ним делать. Я знаю, Хуана. Тебя ждет кошмарный сюрприз. Увидимся в лагере. Погони нет. Guarda tu arma. Agora. Ты поплатишься за это. Hijo de puta. Помидоров тоже не было. Ни свежих, ни консервированных. Как обычно. Все будет хорошо, Карина. Я с тобой. Thank you.
Эй, Хуан. Ха-ха, вот что нам поможет, Дани. Обедненный уран. 80-е советы оставили нам гору этих отходов. Янки делают из него танковую броню и пули. Психи. Звучит опасно. Ты будешь прямо супергерой, Дани. Помню, мы с Литой тайно приносили такие в приют. Помогает коротать время, пока лежишь в грязи, ждешь конвой. Повстанцам всегда нужно вдохновение. Ага. А это что за хрень? Это Супремо. Очень похоже на РПГ. Си, но не простой. И это не все. Вот прошу. Тостадор. Дополняют друг друга, как пламя и ярость. Мне нравится ход твоих мыслей. Мне тоже. Не вешай нас, дружище. Мы победим. Супремо как хорошая любовница. Или крутой сэндвич. Может, ты просто есть хочешь? Да, но я сейчас говорю о слоях, Дани. Пойдем к верстаку, я покажу. Супремо не просто средство. Посмотрим на этот Супремо. В основе процесса особый ингредиент. Выбери гаджет, Дани. Это безопасно. Отлично. Теперь поговори с Кларой. Пора испытать этот Супремо. Поговори с Кларой. Пора найти Супремо какое-то применение. Ты правда веришь, что мы прорвемся через блокаду? Клара верит. Ну а ты сам? Я чё, похож на грёбаного жреца Триады? Я не предсказатель. Но история на нашей стороне. Учебник истории от пули не защитит. Даже если мы прорвемся, на той стороне нас встретят 300 тысяч военных Кастильо. Всё. Пока они заявятся сюда и перебьют нас.